Волшебство! Какое? О, я тебе сейчас наколдую сюрприз! Хочешь? Конечно, хочу, я как раз наделала. О, здорово! Тогда... А что это, Алиска? Это катакомбы для монстров Хай! Ничего себе! 120 сантиметров в высоту! Это почти с Алису ростом! Угу. Такая здоровская штука! Это целый замок, да? Угу. Для монстров! Ничего себе! А что такое катакомбы? Это, ну, где они внизу далеко-далеко прячутся. Да ты что? Да. Ну, крутая вещь, давай собирать. И, кстати, заходите на сайт Империя кукол. Там вы можете тоже приобрести такие катакомбы для своих кукол. Ты думаешь, единорожка в Империи кукол это покупал? Я думаю, что да. Ну, давай тогда берем ножницы и собираем катакомбы. Мы раздербанили коробку. Ух ты! О, смотрите, какой-то себе. Дракон! Вот это да! Зеленоглазый. Страшный? Нет. Нет. Добрый. Прикольный. Так, а здесь что у нас? Черепушки. Ой. А держим. Это что такое? Ну, это целая стена. Посмотрите, ага. Сколько тут всего. Ух ты! А это что? Это тоже нужно забирать. Тут, похоже... Смотрите! Ребята, полная коробка всякой всячины. Это столик какой-то, тут да? Тут скелетики такие. Со скелетами. А вот это как тебе, смотри. Что это? Не знаю, тут какие-то чудики. Так, вот это еще красиво. Ну, давай потихонечку все достаем. И главное, ищем что, Алиса? Все. Все, инструкцию самое главное ищем. Давайте искать. Так, у нас тут уже гора всего. Посмотрите на меня. Я закопалась. Алиса закопалась. Тут аксессуарчики. Весь пол усыпан. Так, аксессуарчики посмотрим. И вот в самом-самом низу. Смотрите. Мы нашли инструкцию. Все. Так. Что это? Тут скелетик. Даже не скелетик. Это, по-моему, скелет динозавра какой-то, да? Да. Так, в самом-самом низу, на самом дне коробки, ура, аллилуйя, инструкция. Алиска, я давай теперь во всем этом разбираться. У нас тут просто вообще горень такая вот. Да. Сверху может как-то показать. Короче, весь пол усыпан. Давай читать, что нам тут пишут. Как это дело все сложить. Я карту. Да. Мама тут, как обычно... Собирает. Что Алиса нашла? Карту. Карта сокровищ. Карта сокровищ Монстр Хай. Тут от корабля вот сюда надо идти. Ну, я так думаю, что это карта катакомб, да? Мне кажется, тоже. Так, инструкция. Стену. Стену нам нужно с этим. Вон она. Вон она и вон она. Вон она. Вот эту, я так понимаю. О, какие они огромные, вот эти стены, полы, просто вообще... Здрасте. Здрасте. Раздербаниваю. Так, Алиса наконец-то маме помогает собирать. Что? Они сидят, играют в компьютер, пока мама тут строит. Ну, я же сегодня без Риты, и мне скучно одной играть. О, Алиска, я думаю, что мы сейчас эти катакомбы построим, и это будет прям... Домик. Да. Ты в него переедешь. Да. И мы в конце покажем вам, знаете что, друзья? Мы вчера, еще я, к сожалению, до завтра не дождала, я распаковала катакомбы кошечки Клади. Мы было в конце дело. Вам покажем. Было дело, было. Алиса немножечко не вытерпела, и мама была на работе, поэтому... Распаковала все это дело сама, без съемок.
Но обязательно вам покажет, что получилось. Ты что там все с этим пакетом возишь? Раздербаниваю. Смотрите, друзья, тут может крутиться вот это вот. Часики стоят, дверки открываются. Ага. Да, она пока туговато еще открывается. Да. Я ее так хорошо туда водрузила. Туговатенько. Алиса говорит, что уже можно жить, уже вот практически полдома готово. Тут лестница и вот даже второй этаж. И вот второй этаж с дыркой. Я в инструкции нашла гвозди. И покажи, покажи, где гвозди. Единорожка мне только что дала. Покажи, какие они прикольные. Только что мне дала их единорожка. Такие знаешь, маленькие пластмассовые гвозди для монстров. Я позвала единорожку, и она не нашла ключики. Смотрите, у нас уже какая конструкция. Пока малопонятная, но большая. Я решила вам показать домик этой кошечки. Вот он. Тут есть еще такая вот кроватка. Качеля. И вот, смотрите, будочка, она открывается не просто так. Не туда палец, не тушь допихать. Вот тут у меня лежит ключик. Давайте откроем. Вот. И смотрите, туда можно положить нашу кошечку. Кошечка это электронная. Вот тут вот кнопочка у нее. Фу, я уже устала. У нас уже катакомбы эти такие огромные. Я могу их собирать только стоя продолжать. Вообще, конечно, красота неописуемая. Но еще вагон работы. Там еще куча неразобранных пакетов. Соня радуется. Ой, пожалуйста, маленький, вот дурак. Вот наш домик. Красотень. Мама там тоже играет, и мужа. И Соня играет. Кот тут прошел. Смотрите, какой он огромный. Смотрите, Алиска вот, вот рядом стоит. Вот представьте, Алиса 1.28 м. Вот такой у нас здоровенный, просто неимоверно огромный замок. Смотрите, тут есть такая вот книжка. Да, здесь есть и библиотека, и какие-то столики, вот тут стульчики, даже есть диванчики. Пук фиолетовый, он вот так вот тут открывается, и тут картинка. Класс. И ноутбук. Если приглядиться, то тот может увидеть кнопочки. Да, кнопочки тоже есть. Так, здесь у нас диванчики. Там наверху столик с кучей. Смотрите, всяких тут яств. Всякая еда вот. Да, няма-няма и стульчики. И там уже у Сони. Давайте посмотрим. Соня тоже уже играет. Столик такой. Столиками. Соня, что там у тебя? Покажи. Покажи. Какие-то тоже книжечки, столики, вот карты. Еще красота. Бусики. Много всего. Ну и что, дом-то классный? Да, и фотография. Всем пока! И подписывайтесь на наш канал. И увидимся в новых монстряшных роликах. Пока!